Работает? Всем привет! Это спонтанный репортаж из студии Ростов FM. Это Игорь, наш суперзвукооператор. Игорь, скажи что-нибудь. Привет. Привет, всем. Игорь. Вот так мы и снимаем, вот так мы и записываем все, что у нас здесь происходит. Вот это я, наверное, да? Это я? Да, это ты. Вот это я. Знакомьтесь, Кир Ященко. Это Кир Ященко. Ну и вот там тоже какие-то сложные графики. Игорь со всем этим умеет работать, что меня, как всегда, шокирует. Значит, что у нас тут еще есть? Вон там Даша. Вот, она нам машет ручками. Это наш биг босс, самый главный босс, который нас тут, собственно, всех и собрал. Да, Игорь, это так происходило? Ну, формулировка разная, но суть одна. Суть одна и та же. Открыто где-нибудь или нет? Посмотри. Привет, Даша. Второй выпуск? Первый, с восклицательным знаком, который... Открыт. Вот, блин, закрывай. Расскажи нам что-нибудь про от нуля до лимона. От нуля до лимона или лимонада. Сегодня автор программы никак не выучит ее название. Очень прекрасная программа, которая очень полезна, и наш звукорежиссер просто тащится, когда она записывается, и советует своим друзьям послушать ее. Потому что крайне полезная программа и интересная. Вот, да, заходите по ссылочке внизу и слушайте эту программу на Ростов Live. О, что ж ты не предупредил, что это не хоум-видео. Это не хоум-видео, не хоум. Все, переделаем, переписываем. Все, пока.